Машины захватили уровень 21. Опустившись на уровень 153, мы сможем застигнуть их врасплох. Это небезопасно. Но, судя по всему, другого выхода нет. Ты не прав. Есть и другой. Можно пройти по техническому каналу. Вот здесь он уходит вниз. Если повезет, мы нырнем туда, не попав в поле их видимости. Заманчиво, но нереально. Кто пройдет по техническому каналу? Я, конечно. Абсурд. Я уже это делала. Это было давным-давно. Я справлюсь. И что толку? Ну, пройдешь ты там одна, мы же не сможем последовать за тобой. Привет. Я знаю, что нужно сделать. Я должен забрать один из кораблей. Что? Куда ты собрался? В город машин. Знаю, меня трудно понять. Нет, совсем не трудно. Ты сошел с ума. Я должен туда отправиться. Не получится. К ним до сих пор не смог подойти ни один корабль. Я попытаюсь. Идиотизм какой-то. Если хочешь лишить себя жизни, не буду мешать. Но почему нужно губить наш корабль? Поверьте мне, я должен попробовать. Довольно! Я капитан корабля, и мне решать, куда он полетит. Я предпочту отправить его в ад, чем отдать управление в твои руки. Пусть летит на мое. Что ты говоришь? Не вздумай указывать мне, что можно делать, а что нет. Бога ради, очнись, не оба. Я поведу этот корабль, а он возьмет мой. Взлетев сейчас, мы сможем настичь у Зиона первую машину. Такой же хороший план, как и другие. Бесполезно. Все это бесполезно. Два корабля, два пути. Как в пророчестве, да, Морфеус? Ты ведь не верила в избранного. И не верю. Я верю в Нео.